видеоотчетик об автоматической мойке. Ребята сейчас сначала сбивают крупную грязь. Попросили у меня чеки. Сейчас валиками пройдутся по машине. Ну, все, поехали. Конвейер начал двигаться. Вот я уже вижу небольшой водяной душ. Вся мойка по заверениям составляет 4 минуты. Вот, наносят какую-то пену. Все белое, ничего не видно, к сожалению. Ничего не видно. Что-то зашумело. Отдвигается первый валик. Одна партия валиков. Можем видеть, как стекает вода. Я заказал с воском. Что-то похоже на то. Не жми на тормоз, я скоро поднимусь. На балке вот написано. Что здесь такое? Ну, это, видимо, сушка, по всей видимости. Вон как капельки воды, можем наблюдать, уходят наверх. И вот уже выезд. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось на выходе. Шумит все как в трубе, все продувается. Через заднее стекло. Вот пошел отчет времени.
непонятно, почему-то зеркала вот так загнулись в разные стороны. Надеюсь, вам будет видно. Я что-то не обратил внимания, кто это сделал. Все, можно выезжать. Вот машина на нейтрале сама выкатывается. Сейчас мы выйдем и посмотрим, что у нас получилось. Что получилось. Вот здесь тенечки встанем. Аккуратненько. Так, давайте выйдем, посмотрим. Вот, в общем и целом, я думаю, видно, да? В принципе, довольно-таки неплохо. Отмылась. Была грязь такая закоренелая, еще с весны. Вот я провожу рукой, смотрите, все чисто абсолютно. Честно говоря, я приятно удивлен. Давайте с другой стороны посмотрим. Сзади. Крыша, да? Такой небольшой какой-то запах стоит. То есть чем-то все-таки обработали. Хочется верить. Давайте здесь тоже проведем. Вот абсолютно чистая рука. Абсолютно ничего нету. Никаких. Никакого налета, ни грамма грязи. Так, зеркала на место поставим. Диски, в принципе, и колеса тоже хорошо промыли. Подарками более-менее. Ну вот давайте вдоль арок проведу. Вот даже вдоль арок. Значит, чисто все. Никакого намека на грязь нету. Так, вот передняя часть тоже, в общем-то, вся чистая. Немножко вот здесь есть грязь, на видно осталась, но она даже вот на пальцах не остается, какая-то вот въевшаяся, что ли, на пластике. Ну да ладно, это мелочь, это мелочь. Вот видите, зеркала почему-то разогнулись. Ну ничего страшного, это мелочь. Крыша тоже чистая. Вот, в общем и целом мне понравилось. Мойка довольно-таки неплохая. Мойка неплохая. Можно вот так вот не париться, не мыть, заехать. Всего 4 минуты и машинка будет чистая. Надеюсь, видео всем понравилось. Не забывайте подписываться, жмите на колокольчик. Всем пока-пока.